Здарова, друзья, с вами Влад Капуста. Сегодня я дам возможность каждому из вас окунуться в события команды года. Прежде чем мы начнем, напоминаю, у вас есть хорошая возможность получить меня бесплатным образом звездный абонемент, либо абонемент с карточкой Хонда. Чтобы вы сумели принять участие, вам нужно все лишь оформить подписку на мой YouTube канал и подписаться на мой Telegram канал. Только подписчики YouTube и Telegram сумеют принять участие. Ставьте палец вверх, пишите в комментариях, какой абонемент вам нужнее. Абонемент с карточкой Хонда, либо абонемент с карточкой Другбы. И также оформляйте подписку на YouTube и на мой Telegram канал. Простые условия, которые я буду совместно с вами проверять. Но если вдруг вы испытываете проблемы с покупкой FIFA поинтов, звездных абонементов, абонемента с карточкой Хонда, то вы все можете приобретать официальным путем через меня, через мою бота, который находится в ссылках в описании. Покупая через меня, вы покупаете только легальным способом, и ни в коем случае вам блокировок никогда не придет. Вы можете с легкостью покупать, все делается максимально быстро, ссылка на моего бота находится в описании, так что пользуйтесь своей возможностью. И на покупку FIFA Points в больших количествах для всех вас будут действовать хорошие скидки. Так что обращайтесь, все сделаем в самом лучшем виде. Ссылка на мой порт выпускает второсортное событие «Национальный герой», то в корейской версии уже вышло событие «Тоти». Давайте мы, пожалуйста, совместно с вами сегодня разберемся, что же это за событие. И если вдруг что, пооткрываем наборы совместно с вами. Ссылку на скачивание корейской версии я оставлю сегодня каждому из вас, часиков так 3 либо 4 у себя в телеграм-канале. Ссылка на нее находится в описании, пользуйтесь возможностью и станьте первыми, кто поиграет в это событие. Нажимаем на кнопочку зайти и посмотрим, что же там за событие такое вышло. Настало время окунуться в событие, посмотрим, что же здесь для нас есть. Спорт сплотовили и... Ну, пока, кстати, дизайн пака выглядит очень красиво. Что вы скажете? Оцените, пожалуйста, по 10-бальной шкале в комментариях прямо сейчас. Ух ты, ёптой, менюшка, это охереннейшая. Я, конечно, понимал то, что красивая менюха будет в игре, но не настолько же красиво. Просто присмотритесь, там где Тоти вылет. А ну-ка, давайте обратно перейдем, смотрите. Интересно, тут меняется, если что. А ну-ка, сейчас мы еще раз сюда вернемся. Менюшка меняется, там БПшечка. Блин, ненавижу, конечно, рекламу вот эту, то, что у нее происходит. Может быть, нам надо было на другую кнопку нажимать, чтобы ее не было. Но, бляха, посмотрите просто, как красиво меню выглядит. Это же вообще, это разрыв. Это реально очень красиво. Бляха, ну я кайфую, конечно, такого дизайна. Ну-ка, давайте еще раз мы перейдем, посмотрим, может быть, кто-то еще у нас будет на меню. Да, офигенно, конечно, очень круто. Дизайн меню вообще нереально красивый. Вы что скажете? Отпишите, пожалуйста, по 10-бальной шкале. Как вам дизайн? Проверим, как у нас будут выглядеть обмены. Давайте посмотрим, что же здесь находится. Ну, как по мне, дизайн очень красивый. И что здесь в обменах находится? Да, у них, конечно, карточки 135 рейтинга. Я думаю, то, что у нас такие высокие рейтинги не будет, но карточки будут однотипными, именно в плане игроков. Характеристики, конечно, тоже наши будут отличаться. У нас еще не до конца проделан дизайн, как именно корейской, китайской версии. Но думаю, то, что скоро наши eSports тоже добавят такой же самый дизайн. Дождитесь, все будет один в один. Вот многие из вас мне не верили, когда я говорил то, что вот наша FIFA Mobile будет один в один с корейской, китайской. Мне говорили, нет, Влад, такого никогда в нашей жизни не будет. То, что сказал, так и произошло. А многие мне даже не верили. Хотя не понимаю, почему так. Демпс, конечно, карточки шикарнейшие здесь находятся. Мне интересно, карточка Роналду здесь есть? Вроде бы как есть спорт, сказали то, что Роналду не будет событий Тоти. Хотя это странно. Я бы лично очень хотел бы, чтобы Роналду добавили. А вы хотели бы, чтобы карточку Роналду добавили в события Тоти? Отпишите в комментариях. На карточке с левой стороны под позицией виднеется у нас шестерочка. Я так понимаю, это ранг, насколько закачана эта карточка. Я думаю, то, что у нас тоже уже и с рангами будут игроки выпадать в события. Ну, хотелось бы, по крайней мере, чтобы такое было. У них где-то там еще обмены есть. Обмены еще остались с чемпионата мира. И что еще за обмены, непонятные для меня. И достаточно интересные карточки. Ну, нормально, нормально. Заходим в события команды года. Как же круто выполнен дизайн. Мне очень нравится. Так красиво, красочно это все выглядит. У меня такое чувство, как будто это боксы, и отсюда кристаллы где-то выпадают. Блин, очень хотелось бы, чтобы... А, это в обмен меня запихивает. Я думал, что годное сразу откроется вместе с вами. Там игрок выпадет, но нет. eSports решили, что иначе, нужно все делать. Здесь тоже дополнительный обмен какой-то есть. Я так понимаю, нужно различные испытания выполнять для того, чтобы заполнить шкалу и выбить какую-то из наград. И также карточку с 19 плюс рейтинга можно будет получить.
Ну, выглядит, конечно, все очень красиво, прям, ну, супер, мне очень нравится дизайн, вообще великолепное. Смотрите, как это все со стороны выглядит, как по мне, прям очень красиво, мне нравится. В следующем разделе хотят, чтобы я выполнил обмен, и только тогда я сумею получить карточку RTM 114 по 118. Ну, это будет супер сложно, у меня билетов вообще никаких нету для того, чтобы я подкрывал эти все ништяки, которые здесь доступны. Усиление навыков, монетки, а вот здесь снова обмены. Тупо событие построено на обменах. Вы что, там есть спорт? Зачем такое делаете? Это, конечно, круто, прикольно, но я не до конца понимаю, а где еще остальные главы? Возможно, они позже будут у нас появляться в корейской и китайской версии. Есть такое предположение, что не сразу все разделы будут доступны. Перейдем в магазин, проверим, что здесь можно приобрести. В магазине нас ожидает что? Я так понимаю, абонемент, который стоит 130 гривен. У меня есть возможность приобрести абонемент команды года за 130 гривен. Если вы наберете здесь кучу лайков и напишите в комментариях то, что Влад, давай покупай абонемент, я без проблем задоначу в корейскую версию и откроем здесь абонемент команды года раньше времени, чем у нас выйдет FIFA Mobile абонемент команды года. Вы хотели бы такой контент увидеть у меня на канале? Если да, то пишите об этом. Ну, если что, задоначу. Я думаю, то, что это стоит этого. А что здесь еще находится? За 1158 гривен можно открыть какой-то набор. Там, где VIP, награды даются и один жетончик. Но я не знаю, стоит ли мне за столько много денег открывать такой набор. ХЗ. И там еще дальше можно будет открывать, если ты донатишь и покупаешь этот набор. Ну, пока что не супер выгодно. Но наборы вполне достойные. По цене нормально все выходит. Можно будет задонатить и можно будет их купить. Так, может быть что-то годное, связанное с событием Тоти, или пока особо они не добавили, я так понимаю. Но со временем они будут добавлять разные главы, где мы сумеем совместно с вами, я так понимаю, открывать наборы за FIFA Points, либо за деньги. Надеюсь на то, что я дождусь эти наборы совместно с вами подкрываю. И здесь различные квесты. Да, квесты нужно выполнять, и только тогда мы сумеем получить награды. Но пока что событие явно не дополнено. А, тут еще один раздел есть, который откроется спустя 5 часов. Ну, хорошо, надо будет дождаться, проверить, что же здесь будет выпадать. Но в целом-то интересная идея, я так понимаю, то, что у нас все будет один в один. Но только игроки будут немного с другим рейтингом, и дизайн, возможно, чуть-чуть будет отличаться, но не уж сильно. Но абонемент, конечно, у них немножко необычный, потому что здесь поинты даются вверху. И 14 всего лишь этапов, я не понял. А, 10 дней всего лишь длится этот абонемент. Ну а где игроки Тоти, почему не вижу игроков Тоти? Ух, я могу сразу открыть, посмотрим, что здесь выпадет. Блин, Магуайр! Конечно, неплохо, но как-то вопрос, а почему не игроки Тоти? Да, реально, походу, придется дождаться, когда выйдут игроки Тоти, только тогда совместно с вами начинать бомбить это событие. Но в целом-то очень круто. А что вы скажете, как вам такой вот ништячок? Мне очень нравится. Ключики даже отсюда можно выбивать, офигенно! Поинсы еще бесплатно даются. Да, походу, стоит задонатить и позабирать все вот эти вот FIFA поинсы, которые здесь находятся. Попроходить испытания, а возможно в первой награде еще догодно я сумею получить. Но это еще остается под вопросом, как вам, кстати, дизайн. Только игроки и ресурсы у нас будут отличаться в звездном абонементе команды года. А в целом-то абонемент будет один в один по дизайну. Ну и ресурсы, понятное дело, то, что отличаться будут. Не будет так много FIFA Points отдаваться. Бляха, ну конечно, щедрые у нас корейцы. В разделе событий вы перед собой будете наблюдать вот такую вот красивенную икону с Тоти событием. Так что мы ждем. Думаю, что это событие будет нереально интереснейшим. А вы как думаете, офигенно ли оно будет или такое себе? Для этого события я подготовил офигенную форму. Как вам? Я вам сейчас буду показывать игроков со своего состава. Постарайтесь отгадать в комментариях всех игроков, которые я вам покажу. Я думаю, что вы с этим справитесь. Ну, это самый легкий у нас игрок. Это Фернандо Торрес. Некоторых игроков я сам не знаю со своего состава. Я думаю, его все сумели отгадать. Зинедин Зидан. Продолжаем дальше. Здесь, конечно, у вас могут быть проблемы, но я думаю, то, что справитесь, потому что Рио все знают. Ну, по крайней мере, я так считаю, то, что все о нем знают. Продвигаемся дальше. Ну, здесь, конечно, сложновато. Мне самому сложно, я хз, кто это? Зачем я его вообще добавил в свой состав хз? Угадали, кто это? Да, конечно, круто это все выглядит. Ой, нет, тут, конечно, сложности у меня лично возникли, а у вас не знаю как. Я думаю, здесь вы тоже должны справиться. Продолжаем дальше. Опа, тут, ну, сложно, реально сложно. ХЗ, угадали или нет? С этим игроком, я думаю, у вас тоже не возникнут проблем никаких. Это Шмейхель у нас. Ну и, соответственно, Грилиш.
Давайте мы поменяем самый основной логотип чуть-чуть, подисправим. Премьер-лигу выбираем, и здесь мы ставим Манчестер Юнайтед. Форма, конечно, охеренно выглядит. А ну-ка, давайте другую форму выберем. МЮ. Ох ты ж, ё-моё, как же круто это все выглядит, друзья. Что вы скажете, ждете ли вы такую обнову, когда у нас добавят eSports? Охренеть, а ну-ка, давайте... Мы сейчас поменяем, давайте Барселону выберем. Мне чисто интересно, как со стороны это будет выглядеть. Ла Лига. Барселона. Возвращаемся обратно. Охренеть, охренеть. Да. 10 баллов. Ребята, почему у нас еще такого ништяка нету в игре? Когда вы уже наконец-то добавите? Уже полсезона нашей игры прошло, надо добавлять такие ништяки нам в игру. А ну-ка давайте мы, например, сейчас выберем Реал Мадрид. Напишите в комментариях прямо сейчас о вашем любимом футбольном клубе, и в следующий раз я буду показывать вам, как выглядит форма вашего любимого клуба FIFA Mobile 22 версии корейской. Если вдруг что, я оставлю всем вам ссылку на скачивание корейской версии у себя в телеграм-канале сегодня вечерком, не переживайте, там все будет. Ссылочка находится в описании. Ну и давайте основную форму посмотрим, как она выглядит. Блин, ну очень круто. Мне пипец и нравится. Форму можно немного видоизменить, например, вы в зимний период играете, поэтому длинные рукава обязательно ставим. Заправим. Расправим. А, нет, вот. Заправленная форма, расправленная. Так, гетры. Ну, такие вот сделаем. И футбольные бутсы. Абсолютно любые можно выбрать, которые мы захотим. Ну, давайте вот эти вот оставим. Будет четко. Как вам? Нравится ли вам? Отпишите в комментариях. У меня есть возможность немного с вами поиграть. Давайте прямо сейчас нажмем. 60 ключей мы потратим. Посмотрим, что за награды мне будут выпадать. Ну, блин. Самая худшая награда, которую могла выпасть, походу мне выпала. 270. Ну, давайте откроем. Хрен с ним. Так, ух, есть, игроки будут выпадать. Пожалуйста, игрока 118. Нет, ну за что оно такое? Так обидно, если честно. Ну ладно, Португалия. Ух, блин, ну тоже неплохо, кстати, тоже неплохо, но хотелось немножко другое, чтобы было. Кстати, симпатично выглядит, как вам? Отпишите по 10-бальной шкале в комментариях, нравится ли вам такой вот? Что вы скажете? Жду ваши комментарии вот там вот внизу. Вот хотелось бы реально узнать, что вы думаете по этому поводу всего. Друзья, но я очень надеюсь на то, что вам понравился сегодняшний ролик. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Ставьте пальцы вверх, пишите крутые комментарии вот там вот внизу. Ни в коем случае не забывайте про подписку на мой телеграм-канал, потому что только подписчики моего YouTube канала и моего телеграм-канала сумеют принять участие, получить от меня бесплатным образом звездный абонемент события. Национальный герой. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Кабуста. Всем вам до скорых встреч и всем пока!